Здравствуйте! В сегодняшнем видео я хочу показать, как разбирается и собирается золотниковый переключатель душа. Итак, весь инструмент у нас под руками, начнем. Итак, берем в руки переключатель. В отверстии накидной гайки находится уплотнительное кольцо. Проверяем сам переключатель, флажок поворачиваем на 180 градусов. С помощью шестигранника на 10 отворачиваем штуцер накидной гайки по часовой стрелке. На штуцере имеется уплотнительная резинка, накидная гайка. Затем с помощью плоской отвертки открываем крышечку ручки, под которой скрывается винт. С помощью крестовой отвертки отворачиваем винт. Извлекаем его вместе с шайбой и снимаем ручку с флажком. Как видно, установка ручки на переключатель с помощью шлица. Интересная конструкция шестигранника на корпусе картриджа с неполной гранью, что позволяет, скорее всего, облегчить конструкцию. Откручиваем с помощью гаечного ключа на 17 и извлекаем картридж. Картридж переключателя душа по своей конструкции напоминает картридж, который установлен в смесителе Zorg, о котором есть видео на этом канале. Кстати, хочу отметить, что видео про смеситель Zorg уже набрало более 600 просмотров, и количество просмотров продолжает увеличиваться и приносить пользу зрителям. Поэтому подписывайтесь на канал, пишите в комментарии о своем опыте работы с сантехникой и делитесь полезными видео с друзьями. А теперь необходимо собрать разобранный переключатель. Понадобятся все те же инструменты, за исключением плоской отвертки. На видео плохо видно, но с этой стороны корпуса находится выходное отверстие переключателя, и при вращении ключом картриджа можно видеть через отверстие, как он перемещается в осевом направлении. При закручивании картриджа необходимо, чтобы все три уплотнительных резиновых кольца сели на свои посадочные места. Накидную гайку со штуцером затягиваем ключом, шестигранным ключом на 10. Правильно позиционируем на шлице флажок с рукояткой. Закручиваем его винтом и закрываем крышечкой.